Добрый день всем нашим подписчикам, а также постоянным нашим клиентам и всем зрителям, которые нас смотрят на нашем YouTube-канале Профикос. Хотелось бы сегодня показать вам продукт. Очень хороший супервлажняющий крем для ног от бренда Arabia Professional. Это с 10% содержанием мочевины. Как раз тот самый бюджетный вариант, который при наличии обычных ингредиентов дает очень хороший эффект. Итак, крем с супервлажняющим эффектом, он идет для очень сухой кожи стоп. В данном случае, так как крем для ног, еще в данной линейке есть 10% содержания мочевины, у Arabia есть крем для лица, очень эффективный тоже. Поэтому в данном случае это кожа стоп, решаются проблемы с загрубевшей кожей и гиперкератозе. 10% содержание мочевины, которое эффективно будет смягчать кожу стоп, плюс будет оказывать длительное увлажняющее действие, предотвращая появление натоптышей и трещин. Если вы хотите, так сказать, свои ноги привести в порядок, чтобы они были увлажненными, не сухими, без шпор и без царапин, да, они отлично будут увлажнены с помощью данного крема. Давайте с вами посмотрим, как этот крем выглядит. В данном случае я буду тестировать его на своей руке. Вот пробник данного крема. Мы с вами его капельку намазываем для того, чтобы вы могли видеть. Значит, в составе данного крема идет подсолнечное масло, идет оливковое масло, также кокосовое масло. Кокосовое масло не будет раздражать вашу кожу. По консистенции сам крем очень мягкий, довольно нежирный, как воздушный, я бы даже сказала. Вы, нанося его на ноги по применению, наносите обязательно на чистую кожу, то есть вымываете при этом ваши стопы, втираете его пальцами до полного-полного впитывания, в том числе между пальцев на ноги. Вот. Также данный крем, он вообще рекомендуется как для ежедневного ухода. И если у вас кожа поврежденная, то есть есть царапины, глубокие раны или шпоры на пяточках, лучше этого не делать, подождите, пока все заживет, и потом будете наносить данный крем. Вот. Также в составе есть аллантоин в сочетании с маслом кокоса, авокадо, как я уже сказала. Он восстанавливает мягкость, эластичность кожи, ну и поспособствует заживлению и регенерации. В составе вот именно крема для ног 10% мочевины есть ментол. Вот сейчас, когда я нанесла на руку, есть немножко эффект охлаждения, то есть холодца такого, знаете, по коже. Вот, это очень классный момент, потому что увлажнение будет идти ваших стоп, в данном случае ваших ног, и будет успокаивающий эффект от ментола. То есть в этом же плане он и охлаждать будет, и успокаивать, что очень-очень хорошо в комплексе. Также при регулярном применении данного крема является эффективным профилактическим средством. Вот. Если у вас есть такая проблема, как мозоли и натоптыши, как раз данный крем поспособствует тому, чтобы они больше не появлялись. В общем, эффект холода присутствует, крем очень мягкий, хорошо, плавно, нежно ложится на кожу. Ссылка будет в описании под данным видео на данный продукт. Мы также советуем его всем нашим клиентам, поэтому проходите, пожалуйста, по ссылке в наш интернет-магазин profikos.com.ua и приобретайте данный крем с мочевиной, как для лица, так и для ног. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и ставить лайки.